Здоров, добрейшего всем утречка. Сегодня у меня на завтрак, да, на завтрак у меня, на завтрак, не обед, не ужин, на завтрак. Короче, потушила капусту с картофанчиком. Вчера я готовила голубцы, ну и капуста осталась, что добру пропадать. Я ее потушила с картошечкой. Ой, приятного всем аппетиту. А еще у меня сальца и имбирь. Ой, жрать хочу, да, как обычно хочу жрать. Я всегда хочу жрать. О, так. Ой, приступим к поеданию еды. Липота. По-моему, чуть-чуть не досолила. Ну ничего, соль она вредная. Что-то голова болит с самого утра у меня. Плохо спала. Ой, горячо. Плохо спала. Ульяшка спать не давала. И голова болит. Что-то Ульян плохо спать стал по ночам. Это какой-то ужас. Хоть она и спала всегда плохо. Отвела в садик ее. Сегодня у меня тишина. Ой, тишина и покой. До вечера будет. Подсолить бы, но соль далеко стоит. Не досолила, Любки. Встать, что ли? Пойти за соль сходить. Ой, ладно. Пока так буду есть. Ой, какое... Как вкусно с имбирем сала. Однако. Липота. Я ж с утра Ульяну в сад отвела. Смоталась в магазин, сбегала за молоком. Что-то вот так и говорю, с этой головной болью еще мучаюсь. Таблетку вроде бы выпил, что-то ни хера не помогает. О чем? Потому что ночь лежишь, спишь, Ульяна резко как что-нибудь визганет, как вскочит тоже, ну резко. Вот она поэтому и голова как болит. Ой, караул. Да и только.
Нажрусь сейчас. Но время-то уже 11 час. Так что у меня завтрак такой между обедом. Ой, прям вообще красотища. Красотища. Да и только. Идея. Не соленая капустка. Сейчас чуть-чуть добавлю соевый соус. Неохота мне вставать за солью. Тем более, как уже говорил, стул переворачиваю, сижу на ножках. Неудобно вставать. О! Любки сообразил. Надеюсь, будет вкусно. Ну, сейчас как раз и узнаю, вкусно ли будет с соевым соусом. Нукси. Нормально. Любки молодец. Сообразила. Так. Ой, имбирь еще взять. Красота. Холодильник под рукой. Бегать никуда не надо. О. Ох. Ляпота. Ляпота. Люблю капусту жареную. Ну, как, особенно с картошечкой, когда немножко картошку добавляешь. Прям и мяса не надо. Мяса не надо, да? А сама сало в прикуску наяриваю. Сейчас с Ульяшкой весь день дома просидели. Никуда не ходили. Отдыхали.
Надо имбирь купить. Закончился. Роллов хочу, прям не могу. Листы нори есть, но они какие-то невкусные. Попались. Но я даже хочу не свои роллы, а на заказ. Давно уже не ела. Красота. Красотища. Так, сделаем. Вот это я пожрала. И куда что лезет? И куда, точнее, все это лезет? Ну, я, в принципе, в основном у меня получается, ем два раза в день. Почему-то как так у меня получается. Хоть и говорят, нужно есть чаще, но порции маленькие. А у меня наоборот. Как говорят, нужно выходить из-за стола с маленьким чувством голода. Да ну нафиг. Нужно выползать из-за стола с набитым брюхом. Нехрен голодать. Как я уже не первый раз говорю, нужно жрать. Пока есть что жрать. О, нажралась. В помощь пальчики. Да, если не камера, я бы сейчас все тарелочку бы облизала. Как это вкусно. А хотя, что скромничать, ядрём батон, мы же одна семья. Ой. Ой, кофеёк допить, муженёк вчера ещё себе навёл и не допил, ну сейчас я допью, чё добру пропадать. И куда все это влезло? Все. Всем удачи, хорошего настроения, добра всем. Короче, всего самого хорошего и наилучшего. Пошла я отдыхать, пока нет Ульяшки. Все, до новых встреч.